Итак, привет тебе, дорогой друг, ты сегодня на канале SportX, и сегодня мы обсудим такую тему, как нарастить бицепсы. Это, наверное, один из самых часто задаваемых вопросов, которые мне задают, спрашивают постоянно о том, как нарастить большие руки. Вот, спрашивают упражнения, спрашивают, что нужно делать, как нужно делать, как питаться нужно. Что можно сказать по этому поводу? Очень можно много услышать об всяких оправданиях, допустим, когда у людей что-то не получается, допустим, ну не могут нарастить они себе большие руки, они начинают оправдываться, ну, типа это связано с большим ростом, то есть высоким людям, типа сложнее нарастить мышечную массу, нежели людям с низким ростом. Ну, знаете, есть такая пословица, как говорится, плохому танцору яйца мешают. И здесь то же самое. То есть это все обычные отговорки. Нифига не легче тем, кто ниже. И также могут наращивать высокие люди массу, как и люди невысокого роста. Я, допустим, знаю ребят, и немало таких, которые при высоком росте набирают очень много и качественной мышечной массы, и очень быстро причем. Почему так происходит, что одни могут набрать вес, а другие нет? Это все связано с генетикой. Одни просто имеют предрасположенность к этому, другие не имеют. То есть другие просто там длинные дрыщи, худые, там с женоподобной фигурой. Вот, и у них и фоновый гормональный фон низкий, вот, именно поэтому они тоже, кстати, не могут набрать мышечную массу из-за того, что гормонов своих мало, вот, и они худощавые такие, в основном такие же худые жиробасики, как еще, знаете, называют skinny fat, вот. Ну, а тем, кому с генетикой, конечно, повезло, у тех гормонов вырабатывается побольше, соответственно, и мышечная масса у них тоже больше, и набирают вес они лучше, чем те худорябрички. Вот. И как же стоит качать руки для того, чтобы, допустим, нарастить? Если ты не можешь нарастить руки, то тебе нужно знать одну простую вещь. Руки любят очень много нагрузки. Я, к примеру, качал их таким образом. У меня было по 4-5 упражнений на руки. В каждом минимум 3 подхода у меня было. Я в одном подходе выполнял минимум 15 повторений. У меня было даже и 25, и 30, и 40 повторений на бицепс было. На трицепс, кстати, то же самое. Также я делал очень много тяговых упражнений. Это, к примеру, тяга обратным хватом, то есть подтягивание. Это тоже идет нагрузка на бицепс и узким хватом тоже. Вот, потом еще очень много делал отжимания от брусьев. Это многосуставные упражнения, все, кстати, тяги и отжимания от брусьев. И они задействуют больше мышц, чем, допустим, если ты будешь делать просто сгибание рук с гантелями или со штанги. Вот, и в этом случае тоже, кстати, масса может очень неплохо расти, когда задействована гораздо больше мышечных групп. Вот, это всегда более эффективно. Поэтому стоит делать очень много отжиманий от брусьев, подтягивания узким хватом, подтягивания обратным хватом. Что касается свободных весов, то там нужно делать очень много повторений. Вот, и помимо количества повторений, еще нужно работать с большими весами. То есть первые 3 подхода, к примеру, ты делаешь по 25 повторений, да, с увеличением веса. Ну, допустим, там, даже если ты не можешь делать 25 повторений, как бы, с увеличением веса, тогда делаешь чуть меньше, ну просто вешаешь больше, правильно, поэтому делаешь меньше повторений. Последние подходы стоит делать на 1 или на 2 раза, то есть брать максимальное количество веса и выполнять на 1 или на 2 повторения, можно даже с читингом. Самое главное, чтобы ты, если закинул, опускал медленно штангу, вот. Опять закинул медленно, то есть на статическую нагрузку делать упор. Вот, ну и, конечно же, самое главное – это питание. То есть без питания нормального массы не будет, и руки тоже расти не будут. Все обычно думают, что они там кушают один раз в день или 2 раза в день, или им там протеин поможет, или гейнер, нифига не поможет. Нужно употреблять очень много калорий для того, чтобы нарастить мышцы. Это очень важная составляющая любого массонабора, и в росте рук это тоже как бы очень важно. Вот, поэтому если у тебя, конечно же,
остались вопросы, можешь задавать их в комментариях под этим видео. Вот, не стесняйся, ставь лайк, если тебе понравилось видео. И, кстати, напоследок, вот моя фотка с моими большими руками, когда я там на подготовке был. Вот, хотя и сейчас у меня, допустим, тоже руки не маленькие. Вот, ну, чтобы вы приблизительно понимали, каких результатов я добивался. Сейчас-то я, в принципе, не занимаюсь, отдыхаю. Вот, ну, в будущем опять начну держать с гораздо большими усилиями и буду наращивать массу и радовать вас своими результатами, чтобы мотивировать вас для этого, для достижения своих целей. Так что всем спасибо, пока!